Конкурс на лучшее сочинение о Владимире Ленине объявлен в Витебской области Беларуси. Школьникам и студентам предлагают такие темы, как образ Ленина в литературе и семья Ульяновых. Главным призом станет поездка в Санкт-Петербург. Победитель конкурса будет обязан посетить крейсер «Аврора». Организаторы мероприятия огорчены тем, что современная молодежь знает о Ленине очень и очень мало.